Друзья, всем привет. Так, что у нас получается? У нас получается ночное видео. Три модели перед вашими глазами. Три лидера бюджетных тачек. Это MN99, MN98 и недавно вышедший MN78. Про двух вот этих красавцев мы сейчас поговорим, а про эту тачку будет отдельное видео на канале в ближайшие пару дней. И у нас на канале есть ролик про эту тачку. В том ролике я назвал MN99 королем бюджетных моделей. Так оно и есть. Ничего не поменялось. Никакой пока что нет другой модели, которая бы за 5000 рублей, 5-5500, да, обладала бы такими же ездовыми характеристиками в стоке, как эта тачка. А брат, собрат, это вот этот желтый MN. Отличаются они люстрой и цветом. Недавно вышедший джип Чироки MN78. Отставляем его, потому что, как я уже сказал, про него будет отдельное видео. Сейчас я достану из коробок две эти замечательные модели и покажу вам, что китайцы в них сделали. Комплектуются модели одинаковыми аппаратурами управления. Как я и сказал, разница в цвете. Серое глянцевое покрытие и здесь у нас оранжевое матовое. На моделях появились логотипы Land Rover. Зарядное устройство на MN99 в тех версиях, которые у нас продаются на сайте, вот такое. У MN98 зарядное попроще. Включается в блок зарядки для телефона, в любой. Ну и, соответственно, зарядка послабее, здесь зарядка помощнее. В комплекте то, что навешивается на корпус, плюс фонарики. Здесь то же самое. Плюс у MN98 в комплекте еще идут вот такие вот наклейки, которыми можно обклеить модель. Еще отличие в люстре. На MN98 люстра есть и она работает. На MN99 люстра нет. Сейчас как модели положим. Они усилили карданы. В первых партиях моделей карданы были меньше. Сейчас же пластиковые карданы сделали более толстыми, соответственно и ресурс у них будет больше. Вот они. И следующее, что я хочу вам показать, для этого мне нужно включить модель. В аппаратуре в этой и в модели еще есть такая функция. Если вы оставите включенный пульт и включенную тачку, то она не разрядится в ноль, а она сама со временем просто-напросто выключится. Подсоединил аккумулятор. И что я хочу вам показать? Конечно, что у нас работают поворотники. А теперь смотрите, если мы с вами поворачиваем максимально в эту сторону, то у нас фары выключаются. Еще раз поворачиваем. Задерживаем, фары включаются. В обратную сторону у нас включается аварийка. Еще раз зажимаем, аварийка выключается. Вот такие опции китайцы добавили в модели. Соответственно, на этом MN у нас вместе с фарами работает люстра и также вместе с фарами люстра выключается. И также в этом видео, как бы это странно ни звучало, да, у нас сегодня 12 число уже, какое 12 видео будет выложено 13 ночью. А распродажа 11.11, да, на сайте проходит уже как 2 дня получается, я только сейчас об этом говорю. Вот, ребят, переходите на сайт, ссылочка в описании под видео. Я на то, что мы сами производим, на реально наши товары, на нашу продукцию, сделал акцию. Уронил цены до 50%. На данной модели, конечно же, тоже есть скидка сейчас. Обе модели в наличии. В общем, всем удачи.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии.